Павел Файзулин, студент первого курса Щелковского колледжа, с таким методом исследования определенного устройства реверсивный инжиниринг знаком совсем недавно, но уже успел принять участие в региональном открытом чемпионате WorldSkills в Екатеринбурге по этой компетенции и занять там призовое место. А сегодня Павел принимает участие в региональном открытом чемпионате «Молодые профессионалы», который проходит уже в 6-й раз в Московской области и 3-й на базе Щелковского колледжа. Это опыт, это получение каких-то тех или иных связей, знакомства. И если, опять же, ты покажешь себя с хорошей стороны на чемпионате, там, займешь какое-то призовое место, это будет бонус в копилку в будущее. Там. В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia принимают участие порядка 100 ребят, студентов подмосковных колледжей. В течение нескольких дней они будут соревноваться в различных направлениях, 12 представленных на площадках Щелковского колледжа компетенциях. Это флористика, информационно-кабельные сети, инженерное проектирование, ландшафтный дизайн и многое другое. Готовиться к работе – площадка, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Участвовать по этой компетенции в чемпионате будут 6 человек. Сейчас эксперты вносят определенные неисправности в автомобили, которые нужно будет устранить. У нас 6 модулей, соответственно, диагностика двигателя, электрическая часть, чистая электрика, тормозные системы, ходовая часть и двигатель с коробкой. Стоит отметить, что студенты Щелковского колледжа добились немалых результатов. Уже сегодня ребята участвуют в чемпионате на различных уровнях в 25 компетенциях. Ежегодно мы на национальном чемпионате получаем порядка 4 призовых мест. Это хороший результат. То есть в копилку Московской области мы значительный вклад вносим. А в Московской области, ну, обычно мы побеждаем в 80% компетенции. Работу конкурсантов будут оценивать эксперты, ну а те участники, которые покажут наилучший результат, отправятся на всероссийский этап чемпионата. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.